Večer dobrý, Drzo. Вот смотрите, вот плавники, да, сейчас смотрит вверх. А это только за счет того, что вот взял такую проволоку. Надо проволоку взять пожестче. 0,8, 1 мм согнули, засунул вот центральную часть. Вот эту центральную часть. Значит, или так, или я предлагаю паять вот так. Прогревать вот здесь тело и плавные катера. И вот придержать вот так пару секунд. То же самое. Тут в одной руке не получается держать и паять. Но надо, наверное, и плавник прогреть, чтобы она запаялась, да. Не только тело, но и вот эта часть плавника в толстом месте прогреть, и она будет посмотреться очень классно. Вот она. Я не знаю, вот так смотрится. Мне так кажется нормально. Или, ну, если что, можно и здесь. Когда вот так. Но она держится отлично. Или вот 0,8 единичка, 1 миллиметр засовывать в этот плавник.